Категорически. Сегодня мы будем проходить Человека-паука. Я уже немножко начал, прошел тут немножко пролог, обучение, так сказать. Думаю, ничего важного из сюжета особо не потерялось. Мы попали в здание Фиск, идем арестовывать главного босса Фиска. Ну, пока что все рушится, все взрывается, он пытается сбежать, а мы пытаемся его поймать. Все по стандарту, в общем-то. Играем на самой максимальной сложности, потому что иначе будет не очень интересно. Блять. Бьют меня здесь сильно, я уже раза два успел сдохнуть. Прям очень больно. Я чувствую, на боссе вообще откисну прям с пары плюх в лицо. Играю я на геймпаде, потому что так удобнее все-таки, чем на клавиатуре. Вампиры должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Идем какие-то саперы спасать, которые должны были разминировать здание. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед! Мы пойдем за тобой. Эй, босс. Но в итоге было предсказуемо, что они будут предателями. Вы все это время спали с Фиском? Спали с Фиском. Слишком богатое воображение. Держи его! Уберите его! А, черт! План не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Да блин, задолбали. Сдохните. Опа. На. Красиво, прям в огонь лицом. Красиво. Эй, Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. Фиска, открывай. Медведь, паук пришел. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило. Не дожду нужного момента. Оу, ей, уклоняйтесь от тюрельного огня. Зарядка. А. Блин, бля, бля. Вперед. Да давай. Тварь. Тварь. Это мой шанс. Да ёлки-палки, это не твой шанс, это твой провал. Паутиной по нему. Да, да, я просто мастер. Мастер прохождения, да, все, что тут сказать. Да ёлки, 7 паутиной промахнулся. Так, 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 так. 2 раза вы стреляете. 1, 2 получается. Давай. Что ты делаешь?
Раз. Два. На! Как это может быть? Что такое, Уилли? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся! Оп! Лови обраточку! Опа! Опа! На, на, на тебе, на! Ой! 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 Извини, Фиски, но не сегодня. Не зарывайся, мальчишка! Никто, кроме нас, понимаешь? Никто, кроме нас. Человеков-пауков. Ух! Лицо получил. Ты виноват во всех бедах этого города! Я хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать! Окружить! Конечно. Я виноват, как обычно. На! Минус один. Ух ты чё! На! Ух ты! Ты им платишь, чтобы они подыхали. Ха! Босса! Оу! Извините, извините, мне пора. О, бля, мне пора! Хватит с меня! Сами напросили! Кретины! Из чего сделана эта дрянь? Да ты достал бегать! Циско пакет трейсер, блин! Фиско пакет трейсер! Да нету подкрепления. На, на, на. Ой, ой, ой. Ты ничему не научился. Всем атаку! Вычесать район. Да вас много, я не понимаю, кого бить первым. Со спины, вот так вот вообще нечестно так-то. Давай драться как мужики, алло. Бля, у меня рука устает нажимать одну кнопку. Да что ты со спины-то мне постоянно... Нормально, ты уложил своего. Отлично, на. Теперь моя очередь. На, на. Ты один, тварь. О, блин, электро... Паутина не перезарядилась. Ай, ладно, лошара, он и в Африке лошара. Да ё-моё! Давай, давай! Оп, оп, оп! Извини, извини! Ой! Ну, не знаю, может, потому что я человек, но паук. Ах ты, падла. Ух ты, я могу
ему со спины бить его? На-на-на-на-на-на-на. Не вздумай кидаться больше этими штучками. Давай, инжектор паутины, блядь. Заряжайся. Ничему не научился. Господи. Ты же лошара. Да кого ты там отомстишь? За себя отомсти. Воу. Жесть, 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 жесть. Иди отсюда. Проиграешь, Уилли. Я еще даже не начал играть. Все, все твои приспешники шлепнуты. Подожди, ты где? Уилли? Вонка. И шоколадная фабрика. Вилли Вонка, Вилли Вонка, это радость и успех. Вилли Вонка, получи по лицу. Ой-ой-ой-ой, извините, 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 быканул. Быканул. Давай. Ах ты успел, падла. Разменчик. Поцелуя? Ладно, в другой раз. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! Один месяц! Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи. Такое стоит отпраздновать. Может, отпуск возьму? Ну вот, прошли пролог. Главарь в тюряшке. Думаю, на этом закончим. Продолжим уже в следующем ролике. Главарь один ушел. Скорее всего, вместо него должен прийти другой. Как он сказал, типа, уберешь меня, на мое место придут другие. Всем пока.